Здравствуйте, это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Смартфоны и социальные сети оплетают нас словно лоза. Улыбайтесь друг другу чаще, глядя прямо в глаза. Итак, о погоде на 7 мая, среда, в Архангельской области. В Котласе сильный ветер, пасмурно, дождь и температура воздуха плюс 3. В Плесецке также пасмурно, сильный снег и 0 градусов на термометре. И в Вельске также пройдет снег, облачно, ветер сильный. И, конечно, о погоде в Архангельске. Утром минус 2 на термометре, пасмурно, небольшой снег, ветер умеренный. Днем потеплеет до 0, также снег и пасмурно. Вечером облачно, возможен снег, температура воздуха минус 3 и слабый ветер. Ветер на улице, ветер в голове. Ветер в голове, а я влюбленный во всех девчонок своего двора. В мире столько мест, где я еще ни разу не был. Вот и пришло время где-нибудь добывать. До встречи на телеканале ПС.